Всем еще раз привет, друзья! Мы возвращаемся в прямой эфир. Четвертая карта матча финала BTS EU Fantastic Five против Na'Vi. 2-1 в серии ведут Na'Vi. И эта карта может стать последней. Na'Vi смогут забрать топ-1 в случае, если выиграют. Если же нет, нас ожидает еще пятая карта. И она будет решающей. По-прежнему для вас сегодня работает TrueHub в лице Адеквата и Майлшторм. Всем еще раз привет! Будем смотреть. Да, и Na'Vi решают сыграть через Тинника. Причем, несмотря на то, что у них есть в команде супер-мега-игрок на Тине, такой как Ахмо, последний раз я видел Тини в исполнении Дитяра. Ну, как бы, кэрри Тини для кэрри. И пока что этот пик очень хорош, потому что, ну, честно говоря, не раз видел уже Тини против Квапы и Тини Веспа против Квапы. И Квапе приходится слишком тяжело против этой связки, да и просто против Тинника, он как-то ее уничтожает. Ну, в принципе, логика здесь есть. Герой с сильным прокастом против хлипкой Квапы, с очень жестким бурстом, притом сам довольно толстый, и его прокастом пробивать тяжело. Ну, там сложно вообще представить какого-то героя, который бы против Веспа и Тини в соло расправлялся. Таких героев можно по пальцам одной руки пересчитать. Безусловно, конечно, Квапа будет нуждаться в помощи, эта помощь может последовать пиком третьим в виде Бейна, которого, кстати, игнорируют сейчас оба коллектива на второй стадии банов. Ну и будет Винга. Винга, вопрос, какая это Винга? То есть это будет Кир или Винга, или же Винга, который будет суппортить, судя по тому, что набирает ее в первой стадии, больше шансов, что она станет героем, который будет фармить. Ну, непонятно, здесь оставляют так себе пространство, ну, легкую гибкость для пика, тоже довольно-таки хорошее решение. Ну, посмотрим сейчас, краски думает Арзик. Ну что ж, Бестмастер уходит в небытие, это Бэй. Ну, это, в принципе, вполне читаемый пик. Тут удивляться сложно, конечно. Без Бэйна у нас не обходится практически. Ну, Квапа действительно без Бэйна просто погибл на миду, помощь была нужна. Хорошо, с этим мы разобрались, как Na'Vi распикают сейчас свои крайние линии. Вот большой вопрос. Да, это хороший действительно вопрос. Но уже сильный герой какой-то на Easy Lane. И, в общем, все уже будет хорошо. Чтобы он просто мог стоять там совершенно спокойно. И герой это будет, скорее всего, для Shadow Veha. Ну, инвокера мы уже не видим. Интересно, как он вообще... Да, кстати, говорят, что... Какая-то инфа проскочила, что это вроде как официальная замена, я, честно говоря, не знаю. В смысле, совсем? Shadow Veha. Нет, ну, не совсем, а в плане того, что есть же официальные замены у нас. А, стендин просто, да, официальный стендин. Да. Шестой игрок, может быть? Шестой игрок, но никто Дэнди не выгонял. Это такие шокирующие новости были бы под Новый год. Да, это было бы удивительно. Ну, вот как-то так вот они решили. Может быть, не думали, что внезапно доедут до такой стадии. Может быть. Yes, у нас от Na'Vi, в общем-то, герой, который, скорее всего, пойдет на оффлейн. Видели мы уже такого ЕС, Ахмо на нем был крайне хорош. Замечательно врывается так же, примерно, как это делает Санейка. На сын Кинге, например. Но почему бы и нет. Хорошо, если ЕС будет стоять на сложный, там он встретит, скорее всего... Ага, вот он с кем встретится. С Лондруидом, который ЕС вообще прогонит с линии сразу же. И будет у нас, судя по всему, Винга все-таки суппортом. Больше ее ставить просто некуда. Лондруид. Лондруид. Ну, сделали на него еще раз ставку. Не удивлюсь, да. На сложный опять появится гостик на этом самом Легион Командере. Возможно. Да, я там... На самом деле, последние 5 минут потратил на то, чтобы найти, где в доте отключается звук сообщений в лобби игры. Это реально постарались спрятать эту кнопку. Прямо в недрах куда-то засунули ее. В недрах доты. Но я ее нашел, вы можете мной гордиться. А тем временем, да, Золот Na'Vi. Оставляют своего кэрри на легкой линии пока что окутанным тайной. И он будет еще на ласт пик забираться. Вообще, на самом деле, в такой ситуации медведь может пойти в хард, например. А Квапа на легкую и взять что-то более прочное в мид. Или, кстати говоря, в мид пойти может медведь и аккуратно там стоять фармить. По-моему, так раньше делали против Тини Веспа. Ну, довольно опасно, кстати. Вообще, мы знаем, что медвежонок до получения 6 уровня, он очень хлипкий, и Тини может, несмотря на этого спирит бира, просто пролететь сквозь, дать прокаст, убить. А Висп захилит в случае.
Na'vi's turn to ban. Что, Вайпер минус? Вайпера, да, хороший бан. Как раз-таки тот герой, который мог бы зайти на легкую и с минимальной поддержкой там разбираться. 10 seconds remaining. Так, и пятый. Джаггернаут. Все-таки Нави рассчитывает на то, что это на легкую пойдет. Ирой, ну смотрим, Fantastic Five удивят чем-то или нет. Ну просто, если у Квапы в таком... Ну вот Бэйн ей будет помогать, но все равно. То есть Бэйн у нас получится не просто какая-то помощь на миде, а он получится привязан к этому миду, и все равно, скорее всего, Квапе будет сложно. И как только он уйдет на там третьем-четвертом левеле, Тини уже будет пытаться забрать Queen of Pain. У него с виспом, как правило, проблем с маной нету, с мувспидом тоже, потому что на первые деньги он берет себе сапожок. Ага, вот так вот, Ancient Operation. И в итоге это Керри Венга. Да, все-таки Керри Венга. Керри Венга, да, судя по всему, Лундроид у нас будет позиционировать себя как оффлейнер. Ну, а или же, это, ну, маловероятно, но возможно, все-таки Венга аппарат вниз, Лундроид на легкую, и Бэйн, типа, постоит по Квапе немножко поможет, и потом сместится к своей триплетнице. Но это очень опасный вариант. Ой, Нави добирают себе выручку. Богом забытую в 6.86, но активно пользующийся успехом в 6.85. Такой вот Shadow Vech на выручке сейчас будет катать. Как интересно. Да, хороший пик против Медведя. Как раз таки можно через Focus Fire Summon забирать там. Даже в начальной стадии игры, когда у ВРК серьезные артефакты, это огромная проблема. Ну, в принципе, у Медведя эта проблема, она всегда была. То, что ты можешь собрать себе 12 слотов, но твоего сумона изничтожают в секунду. Потому что он не может себе собрать какие-то дополнительные там... Ну, он не растет с левелом, у него в начале хп вроде много, 2700, а в каком-то суровом лейте это уже не так много. Ему не прибавляется армор за счет статов. И... Страдает он из-за этого очень и очень серьезно. Ну да, и причем как удобно-то подвязывают, да, и медвежонка, и основного медведя. Вместе, раз они будут там тоже возле друг друга находиться. Классно получится. Должно, по идее, работать. На теории, на практике. Матчпоинт для Нави. Матчпоинт. Один матчпоинт у них точно есть. Да, и если... Если же Fantastic Five потащит, нас ждет решающая игра. Но пока что Na'Vi вот в первой игре разгонялись, во второй уже действовали очень уверенно, и в третьей, как раз третья игра получилась тоже очень хорошая, не такая в салатину, как вторая, но при этом довольно-таки Na'Vi хорошо смогли подраться, то есть не просто выиграли там за счет своей стратегии, а еще исполнение добавили, и сейчас уже в хорошей форме. Ну посмотрим, Fantastic Five, надеюсь, смогут... Вообще, мы, я думаю, и многие зрители, те, кто не подвязан к различным ставкам, не лудоманы, они тоже жаждут, наверное, увидеть пятую решающую карту, ну, потому что, ну, как минимум, интересно, это был бы очень крутой финал, он уже очень крутой, но был бы он еще лучше, если бы был сыграны все полноценные пять карт, и такое было бы классное завершение уходящего года в профессиональной дотасцене для СНГ, вот, ну... Кто-то, я думаю, большая часть все-таки больше болеет за ту команду, которая делали ставки. Кстати, напомню, что на Fantastic Five там коэффициент был порядка 3,5, что ли, на каких-то метерских конторах. Поэтому кто-то может и выиграть автомобиль за одну ставку. Ну или... Да, если поставить треть автомобиля, можно как раз. По героям предлагаю обратись. Арзик на Operation, БЗЗ на Квапе, Йол на Бэйне, Седой на Лондруиде и Гостик на Венге. Слушай, они делают так, как я предполагал. Они реально будут стоять триплой в харде. Вот чего я ожидал от них в карте по номерам 3. Агрессии. Ну, нет, кажется, вот номер 2, извините. Да, здесь, да. Честно говоря, такая задумка смотрится, на мой взгляд, не так круто. Страшно, потому что и нагло. Действительно могут погибнуть. Виндрейнджер просто, ну, может потерпеть, ее тяжело цеплять. Там был... Кто там был во второй этой карте? Я не помню, боже мой. На легкой линии там стоял у нас... Ну, герой, которого можно было цеплять, по-моему. Ну, и против него тяжеловато было бы. Но там этот же, Керри Венга была же. Керри Венга. Ну да, ну, Венга тоже прочная, но у нее эскейпов меньше. А здесь Виндрейнджер с Виндраном, которые...
на легкой линии себя чувствовать будет нормально. Здесь типа задача не то, чтобы прям убивать Вейрку. Если будут убивать Вейрку, это будет, ну, просто супер шоколадно. А так, чтобы не давать ей фармить, обновить Дазлика, тоже не давать ему ничего сделать. Ну и в принципе оставить шевелиться Нави. Все же есть на оффлейне, это пассивность, как ни крути. Суппорт Дазл на линии, это пассивность. Потому что тоже ничего сделать нормального не сможет. И можно этим пользоваться. И если бы сделали это в трекарте, в классиках, я уверен, у них бы тоже получше дела пошли. Ну, посмотрим. Это, опять же, зависит от того, как линии свои отстоят. Ну, здесь очень хорошо то, что Лондруид против Шейкера. Шейкеру будет тяжко. То есть до пятого он постоит. Но Дахмо уже понимает, он уже купил себе топорик. Понимает, что нужно будет как можно больше всего зафармить. На миде, конечно, ситуация в пользу Нави, но на легкой линии здесь должен страдать Shadow Vex. Да, там скинули ссылку, что действительно официальная замена, но приятно то, что команда использует свою официальную замену, и, ну, хорошо с ним. Ну, катают неплохо, действительно, Shadow Vex вписывается в геймплей, играет так же агрессивно, так же хорошо, и имеет в своем пуле таких персонажей, которые способны тащить игру чуть ли не в соло. И это мы уже понаблюдали даже за сегодняшний матч. Хотя Shadow Vex, ну, скажем, прямо в официальных играх появляется нечасто. Будут пытаться его здесь посадить на слип. Но рядышком есть Дазл. Линия, конечно, очень хорошая для Нави. Вот так вот потерпеть немножечко с этим Дазликом. И с Верк. Можете здесь Грейвка пораньше как-то вкачать. Так вот, пошел слип. Арзик, Чиллинг Тач даст. Есть стан. Ну-ка, как будет сейвить артстайл? Грейвом будет сейвить. Да, и должен спасать. Ну, Грейв на первом уровне прокачки, на первом левеле, это очень грамотное решение. Ясно понимает, что... Вот только будет одна попытка спасти то, что Shadow Vex. А что теперь? Вот такой вопрос. Минуту Grave cooldown у Windranger хп нету? Терпеть. Это все как раз-таки выпадки уже от расстановки линии стороны Fantastic Five. Сейчас должен погибнуть артстайл. Это, в принципе, нормально, опять же, в этой ситуации. Он закупается на полную. Так и должна вести себя трипл линия Fantastic Five. Они должны сделать скиллы. Если они здесь не будут никого убивать, эта линия будет проигранной. Заблаговременно, потому что здесь они экспириенс делят на троих. Им помимо того, что убивать крипов, еще нужно убивать противника. Ну и, конечно же, мы не забываем, что все-таки раз у них хорошо, но сложно, у них все плохо. Ой, Санейка пожадничал, забирает. Просто в разрез моим словам, только я сказал о том, что должно быть все плохо в Fantastic Five на миде, как Квапа делает килл на соло виспе. Ну, соло делает килл на виспе, это мрак, да, наверное. Так быть не должно. Просто не должно. Ну вот уже начинают ее разминать потихоньку. Квапа тут до конца гейминг, есть у нее блинк, не знаю, что делает. И Бэйн, Бэйн хочет виспа, что ли, убить? А, у нее первый левел. Ну, до свидания, Бэйн. Не-не, жив. Тини без сапога до сих пор. Нужно принести себе сапожок как можно быстрее. В любом случае, на миде все тяжелее будет. Несмотря на этот фраг, это очень хорошо, чтобы ЗЗ его забрал. Это даст ему такое легкое преимущество сейчас. Но Тини здесь свое возьмет точно. На верхней линии 14 крипов у Лондруида, 13 у Шейкера. Пока что Шейкер стоит здорово. Ну, удивление, кстати, да. То есть Ахмодис еще крипочков забирает, порядочное количество. Видимо, Killing Blade дает о себе знать. Ну, вот сейчас у Медведя появится левел 5. Ну, Лондруид, да. Соответственно, левел 3 будет прокачка Спирит Бира, и уже не подойдешь крипам. Потому что просто элементарно можно будет погибнуть, повязнуть в корнях. Ахмодис, думаю, прекрасно понимает, и вот все, чем он пытается заниматься сейчас, это делать отводы. Так, ТП в мид. Приходит Йол, ну сразу Элнавил нарывается, БЗ пошел Санейка инициировать, ловит ТОС, БЗЗ очень неприятно, Фэри Файр пытается жить, тычка с руки от Тини и живет опять же, 20 хп у него остается, слип на дитяра, опасно было для и той, и другой команды, но в итоге обошлось без смертей. Ну супер нагло действует Нави и никак их не наказать, еще при этом Квапа скорее отъехать могла, более того потратили ТПшку и пока вот уходит Бэйн, Верк по чуть-чуть там на нижней линии начинает подфармливать. Немножко раскачивают. Это нужно делать, и Бэйн понимает, да. Конечно, цель была не давать фармить ВР-ки, и этой цели нужно придерживаться. Йол поэтому смещается опять же вниз. Под вардом, правда, пробегают сейчас. Видно прекрасные Бэйны и Клопу. Ну, Клопа захочет прогангать, но это заведомо неуспешный ганг будет. Немножко захиливает Йола ботлом. Надо бежать. Да, ВР-ка уходит, Дазл уходит по тавру, абсолютно верно. Я думаю, здесь скорее Клопа просто сместилась руну подконтролить. Ну и вот возвращается Висп. Собственно, у Тини уже 19-5, у Квапы 8-3. Несмотря на этот фраг на Виспе, несмотря на легкую помощь Бэйна, слишком тяжелый лайн. А в соло стоять здесь практически невозможно. Ну вот, благо был один фраг, он позволил получить левел 5. А с получением 6 уровня Квапа, возможно, даже уже не будет стоять на миду, а пойдет куда-то просто гангать на топ. Есть возможность убивать Хиеса. Конечно же, на нижнюю линию. И там Йол выходит на артстайла, слип дал.
Минга забегает, Арзик тоже рядышком. Кого будут убивать? Чиллинг Тач должен быть. Арставил на себя Шеллогрейв. Ну, он здесь будет умирать. 100% приходит Ахмо. Фиссуру в Йола. Должны Йолу убивать. Фейрфайр его не спас. Тазл погиб также. Размен один в один. Ну, Ахмо идет дальше. Ну, был бы Хэслэм, можно было неплохо, конечно, тут раскастоваться. Но левел 5 всего лишь. Ну, в итоге неплохо ответили Нави. Все-таки, конечно, пришлось потратить ТП-шку Ахмо. И высвободили топ-линию для Седова на фрифарм. Ну, хотя бы разменяли. Ну, сейчас Ахмо уже будет, я думаю, подключаться очень часто, потому что сверху он, в принципе, вот у него 17 крипов, у него последние 2 минуты 17 крипов, потому что он к медведю не может подойти, поэтому ему других, в общем-то, вариантов нету. Он либо летает хоть как-то полезно, либо он просто стоит и смотрит на медведя и ничего не делает. Поэтому здесь нужно ему подключаться, как-то помогать на этом лайне. Ну и даже несмотря на то, что медведь на фрифарме, здесь Тини свое очень хорошо берет на миде. Надо Квапу уже потихонечку начинать пытаться убивать как-то. Ну, пора бы уже. Вот сейчас Эленджем засыпает, но Йол рядышком. Хотя плакастый ВЗ уже получил, и Блинк юзает, спасает себе жизнь свою. Сейчас что за Бейном пошли? Ну, и Бейном тоже тяжко. Ну вот Эвендж нужен, через 5 секунд он будет. Слип должен разбудить Висп, Висп будет, Дитяра идет до конца. Хорошая фиссура, переграждают путь Бейну. Бейна поднимают, тотемят, убивают. И Ахмо здесь оказался весьма кстати. Хорош килл. Снизу тем временем драк, Шадовек пошел Арзика убивать, Фейрифай, Арзик пытался жить, мантит Арзик, Шадовек! Шадовек таки находит возможность сделать фраг, делает его, но правда подарили гостику дабл. Да, наверное, Шадовеку стоило куда-то наверх убегать, а не возвращаться вниз к этой винге. Висп немножко не успел Арстайлу помочь, если бы успел, конечно, размен бы был поинтереснее, думаю, там еще и вингу могли бы по чуть-чуть покусать. Ну, в целом, опять же, если исключить некий провал стороны БЗЗ, да, как героя, который не получает должного фарма на миту, то в целом у Fantastic Five все неплохо. То есть медведь вообще шикарно себя чувствует с топовым нетворсом на карте, одним из. Ну и, конечно же, гости, которые 3-0-1 с линии выносят при хорошем крипстате, и в целом тоже винга очень даже боеспособна. То есть, ну, да, пока преимущество у Fantastic Five даже по графикам есть. Серьезно. То есть пока есть плоды от того, что они поставили агрессивные линии. Как они потом это будут реализовывать, большой вопрос. Пока неплохо. Так, ну это Ахмо. Где Ахмо у нас? Ахмо вернулся на хард. Там линия пропошилась, он имел возможность немножко крипов подцепить. Есть эхо слэм. Ну так, да, медвежонок сейчас будет искать возможность его просто-напросто убить. Вот так, раз цепанул, два цепанул, корни не срабатывает. Ну ничего страшного. В следующий раз получится. А в любом случае, медведя топовый крипстат, и только винга его обгоняет по нетворсу, потому что сделала кучу фрагов снизу. Так, и Bane. Сейчас еще выход один. Да, на Шадовеха зашли, есть слип, но у гостика будет еще и свап, помним. Просто руки забирает, брейнсап, Шадовех. Боже, успел, винран, и забили уже Fantastic Five, отправили его мысленно в таверну. А Шадовех-то не так просто. Арзик умирает тем временем на руне. Фэрифайр съедает, но нет, ничего не помогает здесь. И минус. Сверху шейкер, посмотри, какой битый, за ним там гнался медведь. Ну, пытался шейкер бить. Выживает. Да, но очень сейчас повезло Нави дважды, и на верхней линии, и на нижней линии, и при этом еще забрали аппарата. Но в целом все равно отрезок не очень хороший, потому что медведь им скрыл тавр сверху. Да, кстати, очень интересно будет посмотреть, какой же будет айтем билд у Седова в этой игре. То есть в той катке был быстрый Майлстром, который реализовать не удалось. Как же здесь поступить? Вот здесь есть возможность купить Мидас. Здесь мне Мидас нравится. Может быть, снова захочет боевого медведя быть. Может быть, имеет смысл вообще прям сразу в Радианс пойти. Кстати, ну просто он настолько сильный был в той игре, когда он вышел с этим Радиансом. И его тяжело было останавливать, но из-за того, что уже чуть поднялись герои Нави. Ну, просто выиграли несколько драк подряд, да. Так, тем временем Стини фармят стаки для того, чтобы здесь как раз-таки Виспу взять шестой. Ему очень нужен этот левел. Так, и одинокий сатир. Да, немножко не то, что нужно. Увы. Ну, Аркан-стол с мида получает Ахмо. Так, да, теперь чужие леса зашли. Шадовех откидывается повершотом. Гостику бы нужно зацепить на свап, но, видимо, рейндж не хватает. Хотя Дартстелл-то еще разворачивается. Артстелл дыхует, потому что тиммейты рядом. Они даже уже подошли. Немножко подбачивает, да. Тут пятером. Нужно опасаться Fantastic Five. Есть Барт, который сейчас видит смещение Виспа, Ахмо, Шатовеха, им нужно отойти. Они отходят. Ну, нужен шестой Виспу как можно быстрее.
Он вот уже очень близок, буквально одного крепочка добрать остается, вот этого большого кентавра, думаю, и хватит. И шестым левелом уже можно будет нападать. Да, все, Висп получает левел 6. Ну тут, кстати говоря, по поводу нападения есть некоторые трудности у Нави, потому что обычно, когда вот собирается Висп плюс какой-то керри, к ним допикивается какой-то бестмастер, да, или еще кто-то, кто может инициировать издалека, кто может начать драку. А здесь вот только так, вот в наглую на Арзика можно залетать, перелокейте в спину, и слухил, хорошо. Тут подловили. Развалился. Ну здесь получилось, здесь хорошо, но в будущем, возможно, так и не получится сделать, потому что иначе прокашка будет не хватать. Шейкер и шекл-верки, я думаю, за счет этого будут пытаться. Нужны блинки, чтобы можно было зацепить. Да, нужны. Пытаются забрать вышку сейчас всеми силами. Ну, дэмэджа пока что по дворам не так много. И готовят контратаку. Очень опасная. Queen of Pain в инвизе. Тини сейчас могут стереть очень быстро. Свапают его, но... Боже мой. Но все равно неплохо получилось. Да, эти двоих убивают. Остальные драпают. Медвежонок ускоряется. Найти бы цель. Ахмот писуривается. Бежать. Ой, там Шейкл, БЗЗ, чтобы дальше не преследовал, Снэйка, Снэйка лоу хп, зажимают под тавр куда, Снэйка делает тэп-аут. И Ахмо подставляется таки под корни, седой, Ахмо! Эфиром сбивают ему ТП, по-моему, да, и убивают. Боже, еще и Шадовеха цепляют. Шадовеха ныкается. Этот крик, который раньше, нужно слип юзать, но Шадовеха не успевают в итоге найти. Да, теряют троих Нави, теряют они Дазла, Тиника и Шейкера, и очень удачная получается такая атака. Медведь, да, опять взял себе перчатку, пока что все еще непонятно, но в любом случае, сейчас они сделали несколько фрагов, заберут тавр, Нави тяжело. Все понятно, есть у него Майлстром готов. Да, тот же самый айтем билд использует, решил не экспериментировать. Вообще, да, он уже, видимо, активно подключается к своим тиммейтам, если начинается файт, причем довольно успешно. Удалось даже ЕС зацепить, хоть недалеко там был. Ну что, Нави смогут камбэк сделать? Тут уже действительно нужно делать камбэк полноценный, потому что 11-я минута, у вас 5000 отставания. Как-то надо дефить. Шейкеру нужен блинк. Виндрейнджер нужно что-то, возможно, тоже какой-то блинк. Ей нужно все, ей нужен Аганим, ей нужен блинк, ей нужен Кристаллис. Вот из-за того, что ее загнобили на оффлейне, все-таки форс у нее очень слабенький, 3200. Но ей нужно тупо время. Нужно тупо время ЕСу. Смогут ли только Висп с Тини создать спейс для своих тиммейтов? Сейчас большой вопрос. Но при лучших ситуациях для Fantastic Five они будут собираться вот так вот, выигрывать файты и сносить товара. Ну, опять же, им нужно вот сейчас просто воспользоваться тем, что они сильнее. Ну, пока непонятно, пока отходят немножечко ребята из Fantastic Five, подфармливаются эйншнов, собираются в миду, ну да, готовы давить. Там готов Гостик еще со вторым Vengeance Аурой, есть Доминатор, Крип где-то должен что-то стакать, наверное, да, где Крип вообще? А, Крипа катапульта. Нет. Катапульта. Есть? Катапульта. Боевая катапульта. Ну, пока что Нави должны использовать свое время, нужен, конечно, очень сильно блинк на Шейкере. Ну и что-то на Виндрейнджер. Что-то. Непонятно что. Он боится, кстати, да, до сих пор Шадо Вех. Прячется где-то, хотя на линии только один аппарат. Которого можно, кстати говоря, и убить. Ну тут как-то крипы интересным образом. Пошли. Проходят. Да. Не видят ничего Нави, не хватает им вижена, конечно. Но вот сейчас Шейкеру удается подфармить немножко на нижней линии, на верхней линии. Где пропушен лайн. Сейчас вот эту пачку заберет, приблизится. Ну и потихоньку сейчас чего-то ждут у нас Fantastic Five, после чего вот есть Волк уже. Может быть, на Рошана даже зайдут. Это вполне себе недурная затея в такой ситуации. Я там теперь наблюдаю за артстайлом. Легендарный Дазл пока идет со своей стандартной, со своим стандартным ГПМом, XPM. Да, и КДА я отметил тоже. 0.4. Успеху пока, да. Ну, что поделать. Так, ну все, на Рошана заходят. Как поставили центр, кстати говоря, обсервер, видно чужой обсервер. Ну, при этом видели Нави, что смещались все герои Fantastic Five на Рошана. И, возможно, пытаются дать бой. Но как это сделать сейчас? 5-го левел Дазл даже виф не накинуть. Нет возможности. Да нет, но это очень тяжело будет. Хорошие варды стоят. Еще и такая позиция. Рошан там уже практически упал. Выходит Queen of Pain. Ну, да, вот Дитяра даже без блинка пешком придется заходить. Фиссуру дали, Эвеленштос, БЗ можем забрать, и Кэтслэм с рассказа забрали Седову, что уже, в принципе, неплохо, но Соник Вейв взрывает ЕСа. Гостик начинает драться, у него есть Аегис, он прекрасно понимает, поэтому просто в тупую старается пробить противника. Там Тиренем спокойно забрали Дазла, 2 в 2 драка с учетом Аегиса, Дитяра улетает с виспом. Ну, слушай, а что-то Вехта на Ведране утекает. Вот чуть-чуть бы пораньше Нави, и могло получиться очень сильно.
Да, Шадувех уходит. В итоге разменка получилась хорошая. Выбили Аегис, забрали Медведя. Возвращается Висп, конечно. Ну, его тоже здесь заберут, так как дополнительный бонус. Чуть пораньше, когда Рошан бы еще стоял, и могла бы получиться очень сильная драка. Но в итоге Нави еще чуть-чуть отдали сопернику преимущество, и это уже 6К. Из приятного то, что Медведя очень быстро убили. То есть он денег практически за месяц не заработал. Это самое главное, наверное, потому что медвежонок в такой драке, если бы остался в живых, он бы там всех растерзал. А так получилось зафокусить, получилось раскаст его снять. Знатный ультшейкер зашел. Пешком, да, да. Наглый, что Тини, что ЕС, они просто пешком дошли до драки и раскастовались. Такое редко получается, конечно, восполнить. И вот он блинк появляется у ВРки и у Тини. Два блинка. Но теперь уже поврываться будет попроще, как Нави. Интереснее можно будет забирать. Ну, делают ставку на то, что вот просто они будут видеть какого-то одного героя, забирать его и за счет этого потихоньку-потихоньку оттягивать. Да, варды ты отметил, да? Вот это вот два сентрика стоят и ни один не видит. Да, неплохой вард. Неплохой. Там теперь вот Тини реализовывает сразу блинк, залетает на бейн. Вот уже хорошо, уже то, что нужно. Можно сказать, ну, не окупился еще, но уже здорово. Также нужно свой блинк реализовывать будет в эрке, но ей, конечно, тяжелее без артефактов там кого-то связать и убить, тем более фокус фаера нету. Но в драке, может быть, как-то, или просто ее тяжелее будет поймать. А шейкер? Шейкер должен фармить свои артефакты. Где он есть? Он на миде пока что. У него 1500 монет, он после предыдущей драки, когда неплохо раскастовался, получил очень много денег. Ну да, там нормально он зафармил, несмотря на то, что умер, все равно много. Дазл дает вив по всем. Как-то тяжело пушить, а Егиса нету. Ой, там смотри, АБЗЗ, это в инвизе, находит Шадувеха, а там с дабл дэмэджем, то если Бейн потянется финсгрипом, зацепит, может быть, чуть не больно, Шадувех прожимает финран бежать, релокейт, то разворочивает, может пытаться спить БЗЗ, Шекл дать никуда, но Тиара подцепил Бейн и с раскаста его забрал. Хорошая игра здесь от Санейка. Могли, конечно, зацепить еще и Queen of Pain, было бы поприятнее. Но тоже в целом выходит неплохо. Возвращается в итоге у нас Висп на верхнюю линию. Будут драться, потому что вчетвером свапают там кого-то. Ахмо ошибается. Его под свап подстрял. И скорее всего здесь Дазл тоже погибнет. Только слэм от Ахмо! Да ладно, пошел у Грейвом, он шижил! Ха-ха, неплохо. Раскастовался в Эрку с Лиливингу, еще и Арзика тоже подмяли. Я думал, он уже труп. Но Дазл его подсейвил. Арстайл, красавчик, очень вовремя дал грейв. В итоге шейкер раскастовывается. И еще двоих забирают в бонус к тому бейну. Тем самым теряют вышку в шикарный размен. И сейчас еще и в ответ могут попробовать забрать. Queen of Pain, правда, с раскастом стоит, ждет. Но вряд ли без саппортов-то полезет. И без венги. Как это не очень хорошая идея. И вновь мы отмечаем Нави вот эту вот волю к камбэкам. Они постоянно из какой-то тяжелой ситуации, проигрывая очень много, каким-то невероятным образом пытаются выровнять игру. Ну, я бы сказал, что просто у них очень сильная драка сейчас, и даже если они где-то проседают в других компонентах игры, то им потом удается вернуться. Именно за счет этого. То есть, если бы у них не было вот этой хорошего тимплея, хорошей координации в драках, они бы просто, скорее всего, проиграли бы несколько игр и не дошли бы до этого финала. Потому что у них, так, шейкера ловят 1500. Было 1200 стало. 1200 ровно столько, сколько было после драки на Рошане. Но Бэйн. Разменная монета Бэйн. Йол опять у нас хочет попасть в хайлайты. Нарезка с Йолом продолжается. На этот раз разменивают его постоянно. Ну, это знаешь, в каждой команде должен быть свой артстайл. Ну да. Но артстайл пока что, конечно... Его 0.5.4 поценнее, чем Йоловский. Во-первых, 0.5.3. Во-вторых, все-таки у Йола команды доминировала. Ну да, да, ну, и Грейв что... был один момент, на который можно расставило просто восхвалять до небес. Драку они на миде выиграли благодаря нему. Видим, что графики немножечко уже вернулись, и Нави чуть полегче. Им значительно легче, я бы сказал, потому что там 7000 на 15-й, это не 5000 на 20-й уже минуте. И продолжают ломать сейчас ТВРа, так интересно пробежали в смоках, Тиникс почти с Ганимом. Ну да, да, вот я к тому и веду, что вот блинк еле-еле насобирал себе Дитяра, и как быстро появляется Ганим. Осталось только каких-то 400 голды. Причем и в Эркове тоже уже покупается Point Booster после блинка, и появляется айтем, и вот Fantastic Five удержать то былое преимущество и усилить его не получилось по итогу. Сейчас практически с самого начала все придется начинать. Каким-то образом держать хорошую позиционку, не подставлять медвежонка. Главное, чтобы седой выживал, опять же. Кстати, вот что интересно, купил он себе Мьёлнир в этой игре и почему-то на основном своем герое не покупает... Ну, вот это вот...
Ну, короче, ты понял, да, резист на магический урон. Вот, я уже начинаю немножко залипать. Он просто карты собрал и переживал магический прокаст. Я часть этого дожил. Тут выход на синий спа, попадают по тинику, цепляют. Да, Бисп должен с релокейта уходить, уносит его. В итоге Бейн продолжает его держать даже на фонтане. Забавно. Но Тини выживает. Ну, драться, назад, наверное, не получится маме. Да, да, один виск, конечно. Хотя Виф вешается, слушай. Не-не-не. Санэго это... подтягивается и будет жить еще. Ой-ой-ой. Свап. А свап? А свап? А свапа нет. И в итоге Санэго с Дазлом живут. Все живут? Да. Очень-очень дурно получилось. Пытается медведь загрызть виспа. Боже мой, еще курицу укусил разочек, но курица выживает. Также Нави очень удачно отступили. И Shadow Vex уже на нижней линии вовсю пушит. А курицу можно поймать в корне? Корня? Не знаю. Так, пошел гостик, вейв кинул, в Санэйка, стан залепил, Соник вейв туда же, очень больно, растоптали быстро и свапнули еще и расставил на себя Shallow Grave, пусть какое-то время жить, ну лишь только выиграть для своей команды время, чтобы они успели отойти. Ну и чтобы подпушил немножко Shadow Vex. Да, Shadow Vex там сносит вышку, успевает ее снести. Размен двух суппортов на тавер. Не такой плохой для Нави сейчас. Главное, шейкер подбирается все ближе к блинку. Сверху уже пушит Тини. И покупает у Наганим. Да, пора уже, но при этом тир 2 тавер все-таки упадет. Клип уже был потрачен. Бейн пытался как-то помешать ВРке сделать, так понимаю, ТПА. Вот по-прежнему они конфликтуют между собой. Ну, тут еще и Бейн как бы не пострадал. Ну, фокусфайра нет, да, Бейн живет. Так, ну, все, спокойно, Тини взял себе. Тавр забрали, ушли, да. Тини взял огонь, все верно. Ой, вошел врыв на Бейна, и Йол опять будет у нас. Та самая нарезочка. Еще и сюда Queen of Pain. А куда ж ты по ЗЗ ныряешь? Ну ладно, хоть есть блинкал. Айсбас залетел, Снейка неприятно, есть глимер. И сразу же тир 2 подпушивают и улетели опять-таки. Shadow Vex по-прежнему здесь стоит, Shadow Vex отсюда не уходит. Так, наверное... Очень много он тут делает всего, то есть он уже забрали фраг, перетянули квапу, пол команды, сейчас знают, что у квапы ничего нету. И так, и медведь на верхней линии, да, с медведем здесь вряд ли будут тягаться. Хотя, может быть, учитывая, что нету телепорта у квапы, может быть и попытаются. Тини выходят. Снести вышку будет сейчас очень круто. Хотел сказать, что шейкер появится блинк, но шейкер успел в этот момент, так как времени все-таки для него достаточно много освободили, зафармить. Падает еще один тавер, на этот раз сверху, и даже фортификейшн. Ну, успевает в последний момент, там Тини просто... А, Тини все равно забирает эту вышку. Ну что, графики... Ну, держится на отметке 5000. Понятное дело, что уже на протяжении это 10 минут происходит. Fantastic Five так и не удалось им, скажем, закрепить свое преимущество. Ну и Na'Vi ситуацию полностью выравнивает на карте. Ну и карта будет очень напряженной, судя по текущему раскладу. Хотя сейчас вот мы видим... того, как вышки упали, очень сильно Na'Vi еще подравняться должны, по идее. Ну, вообще, да, графики должны больше в их сторону пойти. Так вот, Пентворс-то все равно, конечно, очень хорошо смотрится. И Медведь, и Пинга, и Квапа. Но вот как-то это подкрепить все не получается. Зато оцени, какой висп получился. 5000. Просто из-за того, что с Тини все время забирают фраги, 5000 виспа, и у него есть глиммер, очень полезный урна. Сейчас что-то еще себе полезное форманет. Ну, глиммер, конечно, здесь топ-1, наверное, против Operation артефакт. Да и, в принципе, часто на виспе его собирают. Ну, посмотрим, что еще сделает Санэйка. Простор у него большой для выбора. Кстати, вот Дарзик, в отличие от других аппаратов, не решается покупать Семидас, и, возможно, это станет ключевой ошибкой, потому что фарма он сейчас не получает вообще. Ну, и долго очень, будет собирать. Очень-очень медленно собирает себе на Аганим. Так, смог. Дазл нашел. Дазл нашел этот смог. И, ну, Арстел. Арстел красавчик, что я могу сказать. Смог в пятером забирают Дазла с самым маленьким натворсом на карте. В этот момент Тини ломает. Очень хороший получился выход. Не сказать, что это заслуга Арстайла. Он скорее просто погиб из ситуации такой. Так, подловили Йола. И опять-таки, да, убивают. Йола в очередной раз, по-моему, уже. Так, и что, и наверх будет ли возвращаться? Туда уже прилетел у нас Мишка. Посмотри, какие идентичные КДА у Бейна и у Дадла. Ой-ой-ой, в глиммере. В глиммере висп. Висп живет. Нет, спасает виспа. Не живет. Ну, казали, убили. Надо оттягиваться и тени, и ВР. 074-074 ты, да, говорил? Да, я вот про это имею в виду. Я же говорю, в каждой команде должен быть свой расставил. Они пока, у них конкурс. Кто больше нафидит. Но вообще, пока по натворцам мы видим, что все-таки чуть-чуть получше у Бейна дела.
Ну, там совсем немного. Учитывая, что Бейнт, он гораздо более требовательный сам по себе к артефактам, то, можно сказать, Дазл здесь впереди. Дазл, что ему нужно? Да ему вообще ничего не нужно. Ему просто вкачался и Грейв на 4, стой, смотри, кого там спасать. Сейчас может быть еще какой-то там форстаф или что-нибудь. У них разница в закупе только в Magic Wand, которая есть у Йола. Они все остальное одинаковые. Тем более такая ситуация. Артстайл дает вив, сбивает вар, здесь уже Виндрейнджер. На Рошане. Рошан падает, кстати говоря. Ну и драться, очень наверное, быстро, не да. пойдет. Не успели сюда Нави. Тут же смог. Слушай, вот гнать. Фантастик Файв. БЗ уже пошел вперед. Ему какой-то юл, конечно, чтобы зацепить противника. А так цепять вообще нечем. Идет быстрее Гостик. Гостик под смоками на рейндж свапа и встал на месте. БЗ ныряет под фиссуру. Вейв. Здесь юл тоже подцепить не удалось. И Нави таки спасается полным составом. Сразу же локейт на топ, сплитить наше все. И да, там стон, там ТП. Идет сюда медведь. Ну и все, и медведа ни снизу не будет. И сейчас снизу можно. Ну хорошо сделали Санейка, все. Да, сейчас разводит, очень хорошо. Видит Йол. Йол, Йол пока лидирует в конкурсе, хорошо. Да, и дальше нужно спасаться, там проблемы у Арзика могут быть. Нет, все ушли. Все улетели. Хорошо. Ну, забавно. Забавно, согласен. А, вообще, вот сейчас наступает такой момент игры, когда очень решает возможность сплитить. И эта возможность у Нави, конечно, сейчас пользуется. Вот эта раскачка противника, вынужденная Fantastic Five делает ТПшки, чтобы спасти свои товара. При этом сразу же Нави в другой части карты сразу юзают смоки, нападают. Значит, этого можно неплохо, в принципе, держаться. Даже если ситуация на карте ухудшится. Но у них не ухудшается ситуация на карте. Они держатся, они фармят свои артефакты. Уже Тини становится таким опасным. Шатувек впоследствии, вот после Ганима, купив себе артефакт какой-то на урон, тоже станет опасным. И в целом все неплохо. А, почти кстати говоря, Ганим, кстати, есть у Арзика, ему только поинт бустер остался. У него там, оказывается, полный курьер был артефактов вот этих вот. Плюс 10, которые дают. А, ну да, слушай, неплохо. Ну, вообще как, у него только Блейд Флаг, хотя я вижу. Ну и два он взял уже, ему остается только поинт бустер. Да, есть баб. Выход на Shadow Vech. БКБ очень вовремя из-под фиссуры, Sonic Wave, Shadow Vech, съедает его под Zen, наконец. Сделать соло-килл. А там еще, слушай, медведь, Санейка вцепился, Санейка проседает, Дитиарат кинулся эвеленджем, Санейка до сих пор жив, захиливает урной, но Дитиарат пытается сделать ДП, есть фир. Висп! Ой-ой-ой, Санейка, вот эта игра. Там даже анимации не было видно, да. Но Висп просто шикарно. Он просто пропал. Ахмо, высвапывай, тем временем Ахмо. Сам на блинке пытался уйти в сторону базы, это стало его ошибкой. Или нет? Отфиссуривается, но он не уйдет. Беги! Нет. Слушай, сейчас можно сторону потерять. По-моему, это был такой тотальный фит сейчас. Просто как бы против тебя медведь. И он сносит очень быстро. Да, все бы ничего, но медведь тебя сломает все очень быстро. Заходит шейкер без байбека. Нет релокейта, чтобы сплитить. Ну и нужно тупо ждать. 27 секунд как-то продержаться. Куда медвежонка ТП? А, подхилиться, чтобы он вернулся, да, отлично. Да. Я просто выхилил. Чтобы нового не вызывать. Ну, вообще, это на самом деле потеря времени. Еще 16 секунд есть. Могли хотя бы тир-3 сломать. А так не сломают вообще ничего. Ну, сейчас пойдут все равно, я думаю. Пытаться. Как бы есть Аегис у вас. Queen of Pain, 9 секунд БКБ. Да. Кстати говоря, байбеков-то нету, ребят, из Нави вообще. То есть тут надо аккуратно очень драку проводить. Дитяра, раз каста, я Егис слил вот так вот. Красавчик, Дитяра. Сразу вешается Вив, Айсбласт, да, БЗМ прожимает БКБ, свап, Дитяра, нужно спасать! Ой-ой-ой, а спасти-то уже нечем, Белокейт на скате. И без байбека. Да, это очень похоже на 2-2. Ну нет, подожди, Дяна. Только мидлиния, тут еще ничего не понятно. Только да, мидлиния, крайние стороны не снести никак. Тир 3 стоят, это, конечно, очень хорошо. И пока еще дэпят. Так, медведи перепризывают. Но... Барак милишный все равно должен падать. Конечно, драться нет возможности, но просто главное сейчас не отдаться. Забить на все, подкидываться способностями, не подстрять. Потому что Гостик уже там готов, если что, цеплять. Да, и все же сейчас такое преимущество будет, что действительно очень близко к 2-2. Нави сейчас будет крайне тяжело. Тини без... Ну, вообще Тини слишком слабый получается какой-то. У него... Его разбирает медведь слишком быстро. Напали на БЗЗ. А, БКБ-то в откате. Давай, пауэршот чемпиона.
покажи. Ой, Sonic Wave в Glimmer залетает, Snake, конечно, живет. Хороший повершот, отлично. Что-то убегает с пласт, залетает в тот момент, когда ракете уже улетели. Ахмо подловил Арзика. Ахмо, есть Ахслэм. Ну, как-то без Ахслэма хочется справиться. Вив. Винвиз ушел. Так, а сейчас удар-то с тотема будет очень больным под стаком Вива. Ахслэм, в твоих, неплохо, вейв, а нет свапа. Арзик погибнет точно, Йоли сможет выжить. Боже, какой-то дикий парень-то вообще. Йол, да, Йол сейчас тоже умрет. Шекл, минус. Что творят Нави-то? Боже мой, какой они устроили конвейер. Они забирают Квапу, Бейна, Оперейшена. Просто вот в ситуации, когда ничего не предвещало, казалось бы. И должны были свое преимущество только наращивать игроки команды Fantastic Five. Ну, сильно сыграл Висп, подловил на блинке Queen of Pain изначально. И, конечно, еще и повезло то, что попал шедевых пауэршотом. Ну, так все для Нави-то сложилось шикарно. И это они сейчас... Это уникальная способность этой команды. Это просто их уникальная способность. Каким-то образом камбэчить, когда это в принципе невозможно по всем законам доты. И вот постоянно... Я соглашусь. Вот Fantastic Five начинают доминировать, все, сразу же графики уходят. Ну, то же самое сейчас. Но все-таки в тенденции к этой 31 минуте на дистанции, что называется, Fantastic Five все равно лучше. Как ни крути. Аганим есть уже у аппарата. И, кстати говоря, очень неприятно. Ощутил уже Титиара, вот сейчас на нем висит этот самый дебаф. У Седова появился Радианс к этому моменту. А Салки, раз он не дофармил, решил просто выйти сразу в Радик. Ну, Радик сильный, что тут говорить. Тяжело Нави отбиваться. Сейчас с Радиком еще будет лучше. Тине нужно задуматься об АКБ, а у него пока что, ну вот только-только появляется Кираса. Только-только. Кираса, да. И плюс ко всему ВРки тоже ведь уже по тем самым планам не пробить медвежонка. Тут... Шадовек там что делает? Знает проходы. Ну, а тут можно выйти уже. О! Курьера перехвати, слушай, курьерчик. Оп! Что ты творишь, демон-то вообще? Как он... Ну, он видел, да, он видел на варде, но шикарно сыграно. Еще плюс немножечко денег для своей команды. Даже, я бы сказал, значительное количество. Вообще, в идеале, конечно, если бы он еще остался, пачку крипов слил, чтобы пуш не продолжался у Fantastic Five. Иначе уже медведь заходит. Ну, конечно, боялся. Конечно, боялся. Шедовик заходит, есть шекл. Как пробивать будем? Медвежонку, у которого промахи. Непонятно. Надо. Радианс дает, конечно, очень неприятные. Что это зерлокейт? Зерлокейт на базу, просто привезли Тинника. Ну, они сейчас улетят же? Куда он привезил? Нет, я думаю, что он один. Он из своего леса. Он один улетит, да. И пойдет пешком обратно. Ну, там ТП должно быть. ТП нет, пешком придется идти. Да, в любом случае, тут драться Нави не собираются. Они собираются просто отбиваться от этого всего. Ну и вроде как у них получилось отбиться немножко. Да, 8000 разрыв. Страшнее то, что вот строение падает при каждом заходе в Fantastic Five. И там где-то, если вот одну драку сейчас потерять Нави, немножечко неудачно сыграть, лишиться двух сторон, и уже шансов будет очень мало на камбэк. То есть желательно бои, если устраивают, то только вне своей базы. Вот они сейчас пытаются делать, прожимают смок, но под вардом. Под вардом это сделали, Fantastic Five должны будут знать. Хотя сами бегают под вардами чужими в своем лесу. Ну, без пти, непонятное дело, будут вдвоем заходить куда-то там, наверх, отслушивать на релокейте, потому что прилетят. Ну и Ахмо должен устроить где-то шадовехом какой-то экшен, судя по всему. Ну не получится, Fantastic Five это видели. Ну тоже неплохо, зато вы вышли, сейчас можно зафармить что-то, Тини там фармит. Тини очень нужно, но я думаю, что Black King Barn все-таки сделает, потому что пробивать медведя иначе тяжеловато, там мисы висят какие-то. Ну и в принципе его стан разбирают слишком быстро. Надо еще... при этом подумать о какой-то мальте, возможно, чтобы сбивать корни на будущее. Ну да. Ну, это вот стандартный такой джентльменский запак на Тине. Ну, вот довольно медленно, конечно, вот в плане покупки артефакта выходит Диара. Хотя, с другой стороны, 33-я минута, то есть мы многого требуем. То, что сейчас есть такой закуп у Диара, это для любой другой ситуации хороший запак. Просто с учетом того, что потеряли уже сторону, и там немножечко подбит топ-лейн у Нави, кажется, что артефактов прям вот очень не хватает. Ну и, конечно же, с учетом того, что медвежонок слишком много набирает, очень быстро набирает. Вот опять же, этот вард как же много дает информации для Нави, но воспользоваться бы этой информацией, как-то залететь, рассказ дать. Ой, медведь на Ахмо. Ахмо бежит, беги. Ахмо уходит отсюда. ДД тем временем Тини, а Тини пошел просто в лютейший дэмэдж, сейчас муншард, наверное, сделает. Серьезно, муншард? 200 хп без возможности сопротивляться от каких-то нюков.
Ну, просто будет нападать с Муншардом, делать 3-4 тычки, пытаться кого-то разобрать. Видимо, как-то так. В принципе, 300 урона, ну, скорость атаки, да, тут довольно-таки важна. Появился Рошан, сейчас туда будут заходить. Не знаю уж, пойдут ли Нави как-то за него драться. Желательно, по-моему, конечно, стороны отсплитить хорошо, но вот топ подавлен немножко. Мид тоже сейчас пойдет в сторону Нави. Нижнюю линию отпушивает БЗЗ. Тяжеловато. Просто очень тяжело. БКБ ВРшка покупает. Нет, ну здесь просто слишком быстро заберет его медведь. Уже мы видели в прошлый раз, как это делается. Вот он заходит, он кричит. Ему прилетает кираса, и Рошан падает за 3 секунды. Там еще и сыр в этот раз. Квапет остается, между прочим. Кстати, и плейтмейл также есть у Queen of Pain, но это, скорее всего, просто будет шило. Ну что, по нижней линии теперь решили пройтись ребята из Fantastic Five, но не успеют дойти даже до тир 2, потому что там уже Тини. И нужно как-то отбиваться. Там, где упадет тир 2 от Тини, там и очень быстро упадет тир 3. Да, это шанс такой легкий для Нави сейчас, если заиграются здесь. Тини 2300 тем временем имеет. Если хочет Муншар, то может его зафармить. Очень опасной позиции Shadow Vec находится. Так, ну и все, стягивается у нас. Первым летит... Ой, на Йол, но он не связал и получает финскрип, хотя успел прожать БКП, и вот непонятно, что делать. Йол нужно помочь тут точно, дает слип на себя, Shadow Vec. Есть вейв, Shadow Vec, все-таки высвапают его, и кончается БКБ. Сейчас он, скорее всего, погибнет. Пока под виндраном еще будет жить. Шеклшот кидает снова неудачно, и будет ли чем еще его зацепить. Медведь идет до конца, и корни срабатывают, да, Shadow Vec погибает. Как же для него неудачно сложился этот момент. Просто не попасть шеклшотом, не связать. Но он рисковал сильно, все равно в такой позиции находился, там никого не видел. Сверху тем временем еще и забрали виспа, не дали ничего запушить, и уже все бегут вниз. Тиня пытается подраться, но крик. Да, вот поэтому БКБ тоже все-таки неплохая идея. Слушай, а у Верки-то нет байбека, 42 секунды. Ой-ой-ой, как же это неприятно. Это ж можно сейчас без трех сторон остаться. Возможно, это минус вторая сторона, возможно, даже действительно минус третья. Есть фортификейшн, нужно использовать все свои станы. Надо спиритбир убить хотя бы первого, ну вот так вот, из легкого, что сейчас можно сделать. Убить волка желательно тоже. Свап, внезапно тяра. Есть шива от БЗ, очень неприятная из бласта дитяра. Костик прожимает БКП, терется до конца. Сломали, конечно, здесь Бенгу, но это Аегис. Ну а Тини спасает с помощью шлока. И он погибает, это же топорейшена, на базе есть байбек. Как неудачно, опять же. Ну, он был под ультом Operation, поэтому, да, уже понимали прекрасно, что он погибает, выкупается Тини. Потеряли вторую сторону, но нужно драться сейчас, забирать. Медведь связали, нужно бить Мишку. А, сбивает нет, Арзика. Но медведя не пробить, опять же, промахи. Shadow Vec с БКБ, но без МКБ. Арзика хотя бы забрать. Медведь идет на развороте драться, дал фир, но Vengeful Spirit погиб у нас вообще на миду. Ну и остальные будут ретироваться. Ну, самое главное сделали, Fantastic Five, они забрали две стороны. Сейчас еще, смотри, залетает в артстайла, артстайл. Из грейв. Выживет, выживет, я думаю. Хотя, глиммер 160, да, выживет. И грейв, должен спасаться. Грейв. Боже, артстайл! Ну, непонятно. Вроде как выживал, если бы грейв. Я не увидел, честно говоря, было ли там 5 секунд. Может быть. Ну попробовать-то надо было, ну. Ну попробовать, да, в любом случае стоило. Ну что, Нави проигрывают еще 6000 после предыдущей драки. В итоге теряют вторую сторону, и шансы у них, ну, очень маленькие на победу. Ну, тут народ ругается, то, что мы там, может быть, не мы, а я на Бёрдстал, ни в коем случае не гномлю, конечно, он очень хорошо исполняет в некоторых моментах, в драках, но некоторые тоже исполнения вызывают определенные вопросы. Так, кстати, заходит Витя на Седова, но Седова пробить не удалось. Это ГГ, прямо здесь и сейчас. Но если Тиара не справится с Медвежонком, Sonic Wave минусует ВР-ку, без байбека, Тиара падает. 2-2, дорогие друзья, это 2-2, и... То, о чем загадывал лично я, пятая решающая карта у нас будет. Да, медведь зашел в этот раз гораздо лучше. Ну, по поводу артстайла, ну, на самом деле, не знаю, меня удивляет, что люди до сих пор еще не отличают такую, типа, шутку от правды. Естественно, играя на Дазле, там, на пятой позиции, когда твоя команда проигрывает, у тебя и будет такой счет. Здесь ничего, в общем-то, удивительного нету. 2-2. Отличное исполнение Лундруида на второй карте. Ну, второй карте с Лундруидом. И все у нас решится в
пятой карте, как и положено на таком турнире. Да, да, гранд-финал должен быть таким. Best of 5, полноценные 5 карт, и это здорово, это хайп, это классно. Кстати говоря, смотрю финальную таблицу. Бэйн 0.10.5, Дазл 0.8.5. Арстайл выиграл Бэйн. А? Ну да. И левел у него тем вышел. Более. Тем более. Да, ну, в общем-то, все решится в пятой решающей, поэтому, дорогие друзья, не спать, никуда не уходить. Мы с вами будем смотреть то-то, то-то классное. Дадим большой перерывчик, буквально пару минут, и вернемся в прямой эфир совсем скоро.